Теперь не только парки и скверы – отличное место, где можно провести время. Оборудованные пешеходные зоны, где устанавливают лавочки, добавляют освещение, высаживают зелень и цветы, становятся очень уютными для отдыха. В нашем городе планируется создать 3 такие зоны. Подробности далее. Согласно программе губернатора Московской области, в каждом районе и городе Подмосковья будут создаваться пешеходные зоны. Уже разрабатывается концепция создания таких зон и в городе Видное. Территориально они расположатся в районе Тарычева, также пройдут по улице Заводская до поликлиники и от площади по Советскому проезду до Тимоховского парка. Здесь сегодня разрабатывается концепция проектировщиками. Предполагается расширение дороги основной с гостевыми стоянками, значит, с развитием шопинговой зоны, где будут магазины, ярмарки выходных дней. Значит, парки будут расширяться, дорожки будут улучшаться. Планируется реконструкция кинотеатра «Искра». Пешеходные зоны – это прежде всего зоны отдыха. Удобные, комфортные и безопасные. Вот отличное место для прогулок с детьми или занятия велосипедным спортом. Я отношусь положительно к этому вопросу. Поэтому я считаю, что можно здесь зону сделать такой пешеходную, без машин. Детская площадка рядышком. Чтобы не было близко машин этих. Вот. Стоянки вот этих машин тоже, зачем они нужны? То будет и красиво совсем по-другому все будет выглядеть. И так у нас эта зона преображена очень красиво. А я думаю, что будет еще лучше. Хотя бы где-то можно будет пройти, спокойно погулять с колясками, с детьми, пенсионерам, так что очень положительно. Для того, чтобы люди привыкли к нововведениям, уже сейчас в районе первой зоны на время выходных дней с 10 до 15 часов перекрывают движение. И так теперь будет каждую субботу и воскресенье. Конечно, возникает вопрос, а как быть автомобилистом? Ведь город и так перегружен машинами. Заторы и так проехать негде. Поэтому пешеходная зона с перекрытием будет, люди будут вокруг объезжать. Все равно нужна дорога. Все равно пробки будут. Конечно, пробки будут. Заместитель главы администрации Ленинского района прокомментировал эту ситуацию. Не бывает пешеходная зона и столько же автомашин. Поэтому людям придется ужаться. Но это же делается для них же самих. Они поймут, что это правильно. Значит, будем разрабатывать схемы проезда, чтобы люди могли как-то объехать по параллельным улицам. Первая пешеходная зона появится уже в этом году. Работу предстоит сделать большую, но она того стоит. Он и так красивый город, а тогда еще будет лучше. Так что совсем скоро Советский проезд преобразится и станет маленьким Арбатом города Видное. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.